Всем привет! Обзор находок с мусорок. Так, тоже у нас было найдено на советскую тему. Это часы маяк механические. Так, дальше вот такой прибор косметический, коробки МЛЗ. Паспорт. Там прибор. Потом. Но он не работает. Я вот еще его пробовал. Пауэрбанки. Видать, разъемы зарядки раздолбаны. Ну, признаки жизни дают. Такое, второе. Ну, это я все нашел в одной куче. Такой телефончик. Это Siemens. Включается. Ну, на дисплее ничего нет. Батарейки села. Планшет. Треснутый тачскрин. Вот открывается буфер с одной колонкой. Вторую не убрать. Так, в пакете это все было. Такое. Потом бесперебойник. Он был разобранный. Аккумулятор севший, из-за чего его и выкинули. Перейдем на компьютерную тему. Тут материнки. Пеночка. Еще одна острог. АМ-3. Так, отдельно были вот это был системник полуразобранный. Это уже старая материнка вместе с видеокартой. Это сокет 462. Это уже было найдено. Субботний поход был. Все найдено в течение 2 часов. Всем пока.